Дезинфицируют остановки, тротуары, дворы, дома и дороги. Колонна стартовала сегодня от гипермаркета «Лента». Ветеринарная служба, МЧС, общественники и члены городского штаба, вооружившись разбрызгителями с антисептиком, двинулись колонной по Засвияжью. Жителей и автомобилистов просят проявить понимание и терпение. Сегодня принято решение, губернатором создан штаб во главе со мной оперативной. И на территории города, по примеру других городов, я уверен, вчера видели, как обрабатывалась Москва, и мы по этому пути сегодня будем обрабатывать очень серьезно общественные территории города Ульяновска. Это на сегодняшний день дороги, это тротуары, это сегодня детские сады, школы, прилегающие территории, это аэропорт, это железнодорожный вокзал, это автовокзал. И вот таким вот образом мы на территории города будем работать в течение нескольких дней. И сопровождающий колонну машины громкоговоритель рекомендует жителям нижних этажей плотно закрыть окна. Подобные мероприятия точечно уже проводились. Теперь же будет полномерная санитарная обработка всех уголков города. Начать решено со спальных районов. Также улица Рябикова, улица Промышленная, улица Камышинская, улица Ефремова, улица Отрадная. И также территория Юго-Запада, которая сегодня новый микрорайон, находится на Планируется, что колонна будет работать в Засвияжье 2 дня. Участники мероприятия считают, что в приоритете не скорость, а тщательность. Главное – планомерно и равномерно пройтись антисептиком по всем участкам. Вместе с депутатами и общественниками мы вышли проверить, как проходят работы по дезинфекции в микрорайонах. И правильно, что начинается она со спальных районов, где очень большая концентрация проживающих жителей. Данные, так скажем, мероприятия у нас проводятся на территории впервые. Вот, в рамках дезинфекции улиц, объектов города Ульяновска. На самом деле, да, такого у нас никогда еще не было. После обработки рекомендуется не смывать реагент хотя бы в течение суток. Те, кто сейчас делает все, чтобы очистить город от вируса, просят с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут доставить горожанам производимые работы. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.